Sanyam na kuryat pramodasuyatu yogo soparam paramarurukshu Sanyam na kuryat pramodasuyatu yogo soparam paramarurukshu Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada told those who are entering into renounce order. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что те, кто понимают отреченный уклад жизни, особенно саньяси, особенно для саньяси и брамачари, и в какой-то степени тоже относятся к грехастхам, а особенно для тех, кто принял отреченный уклад жизни, они должны смотреть на этот материальный мир очень научным образом. Этот научный образ значит с таттвой. Куда бы они ни смотрели на что-то привлекательное, куда бы ни падал их взгляд в этом материальном мире, они должны видеть все это научным образом с помощью таттвы. И что это значит? Я имею в виду, они должны видеть наивысший результат этого привлечения, куда бы они ни смотрели ни на что-то прекрасное, красивое, привлекательное в этом мире, они внутри своего сердца должны думать о том, к чему же это приведет. Они не должны привлекаться внешней красотой, они должны видеть суть вещей, то, к чему это приводит. Они должны видеть, что если какие-то привлекательные вещи, но к чему они приводят в итоге, они должны видеть это. И вот последние несколько дней мы обсуждаем. Вчера я говорила об учении Капилы. И там мы нашли, что Капила дает наставления такие. Yogo suparam paramarurukshu. Those who like to climb, those who like to climb gradually go up and up, topmost. Что те, кто хотят достичь наивысшей цели, те, кто хотят развиваться на духовном пути, они должны знать, что стремление йошит-санги к дурному общению, оно очень неблагопоприятно. О йошит-санги я говорил вчера. Что это значит? На самом деле, это йошит-санга значит, вы должны избегать, что это склонность к наслаждению. Если вы чувствуете склонность наслаждаться чем-то, неважно чем, например, с прекрасной девушка, она чувствует влечение к мужчинам, это тоже йошит-санга. Если какой-то саньяси, он находится в отреченном укладе жизни, он думает, как обрести славу, деньги, уважение и почет в обществе, то это очень опасно, это тоже йошит-санга. Это пратиштха йошит. И поэтому я вчера говорил, что Джива Госвами Пад, он такое предостережение дал нам. И Джива Госвами Пад говорит,
что есть два вида тех, кто говорит в этом материальном мире, то есть те, кто стремятся к имени и славе, хотят, то есть они делают, говорят для того, чтобы обрести славу, положение, какие-то деньги и прочее. То есть у него есть, может, какая-то ученая степень или еще что-то, он может красиво говорить, но он хочет произвести на вас впечатление, но это не вечно. Я уже говорил снова и снова под руководством Шилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Вы должны идти в правильное место, чтобы слушать Харикатху, иначе вы все потеряете. Может, вы встретитесь с духовной смертью, это очень опасно. Если вы пойдете слушать Харикатху от Шрилы Бхактипрагьяны Кешава Госвами Махараджа и потом пойдете к Шридхару Махараджу, это хорошо, или к Шриле Пури Госвами Махараджа, то в этом случае все хорошо, поскольку все они находятся в наставнической преемственности Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Иначе, я беспокоюсь о вас, поскольку если вы пойдете не в том направлении, вы можете потерять веру. И в Падмапуране говорится в этой шлоке, что молоко – это идеальная пища, все знают. Но если молоко… К этому молоку прикоснулась ядовитая змея, если мы выпьем это молоко неосознанно, то я встречусь с проблемой, я умру. И поэтому харикатха, она может быть нектарна всегда. Я шутил на эту тему, кто-то говорит. Что это харикатха, которая затрагивает сердце? Что это значит? Харикатха навсегда затрагивает сердце. Если она действительно харикатха, как, например, сладкие шарики, они всегда сладкие, или мед сладкий, это естественное качество, и не нужно говорить об этом, нужно просто принять и переварить этот нектар, осознать этот нектар. Так и харикатха. И вот перед тем, как слушать харикатху, нужно узнать о том источнике, от которого вы зависите, то есть о том, кто говорит харикатху. И вот перед тем, как слушать харикатху, вы должны узнать о том, кто говорит. Иначе случается так. Иногда случается так, по милости Нитянанды, вы можете встретиться с великим святым, вы можете чувствовать какое-то изменение вашего сердца, подобно. И ваша жизнь изменится, и вы не можете думать никаком наслаждении у вас после того, как вы слушаете харикатху, его харикатху, у вас нету никакой склонности, нет никаких желаний к наслаждению, и тогда будьте уверены, что он настоящий святой. Есть много признаков святых, я говорил об этом. И как обнаружить, что это действительно настоящий саду. И из учения Капилы мы слышали, он описывает признаки саду, как их понять. Как понять, что перед вами настоящий святой? Но в начале всего мы должны быть искренни. В начале всего, перед тем, как куда-то кого-то судить, первое, что мы должны очень четко осознать, понять. Вы должны спросить самого себя. Вы искренне достаточно или нет? Вы спросите себя, достаточно ли вы искренне? Это главный вопрос.
И вот если вы хотите войти в духовную жизнь, если хотите развиваться, достичь лотосных стоп Шри Кришны, то вначале вы должны быть очень осторожны, не стремитесь к материальному общению, не стремитесь к материальным наслаждениям. Вчера я также говорил из Гиты. Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне, о Арджуна. Arjuna, in front of Arjuna speaking, Jehi Sansparsaja Bhogaha Dukshajana Evati Adhyam Tavanto Kantiyo Notishu Ramate Vada. Те, кто по-настоящему разумные, они никогда не стремятся к материальным наслаждениям, поскольку они знают о последствиях, поскольку материальные наслаждения, у них есть какая-то начальная точка и конечная. То есть есть начало и конец, они когда-то начинаются и заканчиваются. Вы страдаете, и также ваши страдания, они ограничены, они где-то начинаются и где-то заканчиваются. И это значит адьянта ванта, то есть у них есть начало и конец, они ограничены, эти два фактора, они присутствуют во всем материальном, в наслаждениях, либо в страданиях, то есть они все ограничиваются, но когда-либо начинаются и заканчиваются. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, о Арджуна, те, кто по-настоящему разумны, они никогда не стремятся к материальным наслаждениям, поскольку в итоге эти материальные наслаждения, они приведут вас к большим проблемам, к страданиям. И такой же вопрос спросила Девахути у Капилы, что я слепа, я нахожусь во тьме, поскольку я очень была привязана к материальным наслаждениям, но в итоге они привели меня к проблемам, они поместили меня в тамагуну, и я полна невежества, ты подобен солнцу, спаси меня. И я говорил об этом вчера, а сегодня у нас четвертая песнь и первая глава. Майтрея Муни, он отвечает на вопросы Видуры, который встретился с ним на берегу Ганги в Харидваре. И вот что же спрашивает, что говорит Майтрея Муни? Маностту сатурупаям тришаха каньясча джагири акутир девахутисча прасути рити висрута. Манасту сатурупаям тришраха каньясча джагире акутир девахутисча прасути рити висрутаха вишрута вишесрупена срута. Especially we heard that Manu, after leading his in course of his family life, he got three. И вот про Ману мы слышали, что у него было три дочери от Сатьярупы. И вот Сатьярупа, она дала рождение трем девочкам Канья, Акути, Девахути и Прасути.
Вы уже знаете о Девахуте. И что насчет Акути? Акути, первая дочь, ее отдали замуж за Ручи, за одного могущественного Риши. Путрика дхарма сритьо шату рупам анумодитаха. Есть особое нечто. Акути была дана Ручи. Ручае. Он могущественный саду. Но условие было. Какое условие? Согласно ведической культуре было особое правило, если кто-то не... У кого-то не рождается сыновей, одни дочери, то правило в Ведах. В Манусамхите даже можно найти. То есть они могут выдать дочь замуж за кого-то, но с тем условием, что сын, первый сын, который родится, он будет считаться сыном отца дочери. И это с помощью мантры все как подкрепляется. Бхатримотим. Это называется процедура. It is called Putrika Dharma. Putrika Dharma называется. Putrika Dharma Sritya Shatu Rupa Anumodita. And Shatu Rupa is Satya Rupa согласилась. And Prajapati is of Bhagavan. И Праджапати. Asyam Ajaj Manya Bhachan Ajijanat Mithunim Brahmo Varchasvi Paramena Samadhin. Prajapati is of Bhagavan. Ручи тасям ажиджанат митхуна брахма варчасви парамена самадина. Actually, и на самом деле потом Ручи Риши, он начал семейную жизнь с Акути. И потом они, у них родились очень могущественные дети. Один мальчик с девочкой. И вот подобно Притху Махараджа, который зашел из огня, Арчи Деви, Лакшми. И Притху Махарадж, Верховный Господь, они женились, но сейчас можно сомневаться, как они родились одновременно. Но смотрите, Притху Махарадж — это Верховный Господь. Он аватара. И Арчи — это тоже Лакшми аватара. И таким образом Акути дала рождение Дакшине и Яги. Яги — это сам Верховный Господь. Он пришел в форме ее сына. Сына Ручи. This way Dakshina has come. After that, when Dakshina, because the boy already taken by. Ну, поскольку этот сын уже Ману принадлежал, он ушел к Ману. Поскольку условие было такого. I can give unconditional. So Ману taking the boy very gladly. It's very jagya. И вот Ягья, значит, Бхагаван, он аватара Верховного Господа. И вот Ману забрал мальчика с собой, и Арчи осталась с Ручи.
с Риши. И после этого, когда Дакшина, девочка, она выросла и уже пора была жениться. Она хотела жениться на Яге. Не думайте, что это какая-то материальная связь. Яги — это аватар. И Дакшина тоже аватара, и они женились, и после этого. У них было 12 мальчиков, 12 сыновей. И вот именно Махарадж перечисляет. И вот Праджапати Ручи. This, you know, Sambhava Manu, he got them as his grandson. И вот это были внуки Сваямбху Ману. Because Ruchi, this actually that Rishi, Ruchi is the son-in-law of Rishi. Ruchi, он этот зять Ману Махараджа. И его сыновья, соответственно, его внуки. Они на самом деле были саптариши, а Ягья-пуруш, он Амша-аватар Верховного Господа. И после этого Ману Махарадж, у него была уже после, не тогда, впоследствии было не два сына, Приврата и Утан, очень могущественные цари. Mahavir, Priyavrata and Uttanbhadra, why they are, ruling the whole world. И вот они повелевали всем миром. Я могу об этом попозже говорить. Когда о Приеврате, Приеврата сначала, он не был заинтересован ни в чем материальном. Он никогда не хотел повелевать миром, подобно царю. Но он старший сын, и поэтому по закону он должен заниматься этим. И Аутанпад, он взял на себя обязанности царя. И после описывается, что сначала Приврата не был готов, но потом после наставления Брахмы он был согласен принять этот пост. И сейчас Ману... Я говорил уже, что вторая дочь Ману вышла замуж за Кардаму. И последняя Канья, daughter, his name is Prasuti. Последняя дочь Прасути, ее отдали за Дакшу Праджапати. И вот после этого особо этот мир, он, сейчас очень много населения, но все это люди, они все происходят от Ману, но тогда они быстро размножались, как когда Дакша Праджапати женился на Прасути. И таким образом, Ману Вамша, я говорю о ней очень прекрасным образом. Это очень детально. Там детально описывается все, как это кратко все рассказать, но так или иначе. Майтрея говорит Видури, Бхагаван Брахма, Брахма Сестро Праджапати Атри,
to him, he ordered to и вот он сказал ему, что он женился и увеличил население земли, размножался. И но он сказал, перед тем, как начать семейную жизнь, я хочу отправиться в лес совершать баджан Верховному Господу. И вот он начал совершать свой баджан, чтобы обрести силу и хороших, могущественных сыновей. Он был особо размышлял о лотосных стопах Верховного Господа. Понимаете? И вот он особо медитировал в джунглях о лотосных стопах Верховного Господа. Он непрерывно думал о Верховном Господе. Но так или иначе, внезапно он обнаружил, что три Брахма, Вишну и Махешва, они пришли к нему. И после, когда он открыл свои глаза, он увидел этих три могущественных Брахма, Шива и Махешва, они пришли к нему. И вот он предложил им свои поклоны, ягью провел в их честь и спросил: «О Господь, я не просил вас трех прийти. Я медитировал на единого Верховного Господа, на Вишну. А почему вы три пришли ко мне?» И тогда Верховный Господь засмеялся, что если вы будете изучать Таттву, Верховный Господь говорит, мы три не отличны от Брахма, Вишну, Махешвара, но так или иначе, Брахма, Вишну и Махешвара, они пришли к нему и мы пришли помочь тебе, благословить, не беспокойся. То есть не беспокойся, что мы все втроем пришли, мы благословим тебя, не проблема. No problem that we three coming in front of you, but we can bless you nicely. So we three bless you. И вот мы благословляем тебя, ты обретешь могущественных сыновей, и как по милости Брахмы. By the mercy, you know, you can getting three. One is Dattatreya Rishi. И первый будет Дататрея Риши, второй по милости Вишна. Дататрея Вишна явился, кто аватара Вишну. А по милости Шанкар Бхагавана, Дурваса Муни. And you know, he got Shom. Shom means Chandrama. By the mercy of Brahma. По милости Брахма Шон Чандра. Three Shons coming. И вот по. After that. И вот по милости их три явилась потом Ангира. Вот сейчас описывается семейная семья Ангира. Ангира Путра Брихаспати. От него произошел. Вот очень обширная тема. All in details about Bhagavatam. Time cannot permit me. Now question coming. И вот вопрос. Prasuti was given. Prasuti. Prasuti was given to Daksha. Ее выдали за Дакшу. Дакша. Дакша вел свою семейную жизнь. You are getting, 27 daughters. У нее было 27 дочерей. Dakha putra, Brahma. Brahmaputra Daksha Amanuguna Buddha Vivagita Guru 16, non 27. 16. Daughters. 16 дочерей у него было. И вот Дакша.
И три дакши предложили дарме. Первый Агнидеву. Потом Питри. Потом Бхагавану Санкью, Сати-Деви ее звали. И таким образом Shraddha, Maitri, Daya, Santi, Tushti, Pushti, Kriya, Unnati, Buddhi, Medha, Tritiksha, Lajja, Umurti. These are the 13 are the name of the daughters, wives of вот это Dharma, Daksha, and, you know, и, дочери Дармы, Дакша. И таким образом, следующая дочь Сати, она была выдана замуж за Шанкар Бхагавана Шамбу, лучшего из вайшнавов. И вот из Дармы, когда Дарма, от Дармы, когда Дарма женилась, Мурти. Shraddha, Maitri, Daya, Santi, Tushti, Pushti, Kriya, Unnati, Buddhi, Medha, Titiksha, Lajja, Murti. The last, you know, wife. И вот последняя жена Дармараджа, она родила Нарайана Риши. И вот эти Нарайана Риши в Бадрикашраме. Они эти близнецы Нара-Нарайана. И они очень могущественны. И вот мы сейчас возвращаемся к тому вопросу, что Шанкара Бхагаван, он женился на Сати-Деви, дочери Дакши. И почему у них детей не было? Когда Шанкар женился на Сати-Деви, почему детей не было? А у всех остальных были дети, как это возможно? И вот вопрос к второй главе. Видура спрашивает. Дакшо дуи тривасалаха виддешам акарот касмат анадритта атмажам сатим. Видуджи Махарадж putting question in front of Майтрея Муни. Спрашивает Майтрея Муни. О, Муниджи, о, Муни, I heard, я слышал, что Праджапати Дакша, он big fighting with his son-in-law. У него было неприязнь к Шанкару. Какова же причина? Я слышал, что он как он постоянно спорил, не любил своего этого зятя Шанкара, а Шанкар Шива, он великий преданный. И в то же самое время Дакша, он всегда, он очень любил свою младшую дочь Сати. В то время как муж Сати, он тоже должен был любить его, но он недолюбливал его. И что и как. So Vidurji Maharaj is asking this question. Vidura спрашивает этот вопрос. Bhavesi lavatam sreshte dakshodhi trivasalah viddesham makarod kasmad anadritva majam sati. Very, you know, daksha loving young daughter. Дакша, он очень любит свою младшую дочь, но ее мужа, как же он ненавидит, в то время как Шанка, он лучший из вайшнавов. О, мой Господь, как это возможно? Кастам чара чара гурум нирвайрам санта виграхам
Kastam charachara gurum nirvairam santava nirvairam shanta vigraham. Шанкар — это Шанта Виграха, олицетворение умиротворения. Почему? Поскольку преданные Кришне, у них нет желаний, поэтому они умиротворены, они спокойны, нет никаких беспокойств, они всегда думают о Кришне. И Видура Махарадж, его вопрос очень важен. И он спрашивает, почему Джагадгуру, Шанкар, он Джагадгуру. И Шанкар Бхагаван, у него никогда не было никакой ни ненависти, враждебности никому. Он очень спокоен, он любит Кришну. И он смотрит на этот мир в связи с Кришной, и поэтому как-то вообще возможно, что какие-то споры, ненависть возникает. И это большая неудача его. Как Атмарам? Атмарам значит, что тот, кто самоудовлетворен. Что значит Атмарам? Атмарам на санскрите значит те, кто погружены внутри себя. Они самоудовлетворены, самоблажены, они Атмарам. И как это вообще возможно, что он к такой великой личности, как Шива, развил неприязнь? И, пожалуйста, расскажи, мы хотим слушать об этом. So that the ultimate result there. И вот наивысшая so цель, какова? Ну и из-за этого Сати вынуждена была оставить тело, и я хочу об этом услышать более подробно. И Майтрея отвечает: о Видура, когда-то давно была великая ягья, и весь мир был приглашен. Шаметаха парамаришайо, татхамарганаха сарвешанугаха мунайогнайо. Long ago there was a big yagya. И вот была великая ягья, held by the, you know, this организованная Вишва Сриджан Сатре. Шатра значит ягья. И все различные риши были приглашены. Те, кто были заняты в творении этого мира, они, которые исполняли какие-то обязанности в создании этого мира, они все вместе начали одну ягью, и в этой ягье все риши муни, они пришли, чтобы также участвовать. Но, естественно, Брахма и Шанкар, они тоже пришли, но те уже были там тысячи или даже миллионы, можно сказать, тех, кто хотели участвовать в этой яге. И когда Брахма и Шанкар пришли, Brahma and Shankar also they also coming there, huh? Brahma and Shankar also they came.
But Brahma is the senior most. Но Брахма, он самый старший. Because поскольку он Питамаха, он из него все творение so, произошло. И все встали в знак уважения и выразили свое почтение. Но Брахма и Шанкара, они самосознавшие себя души, те, кто татва видит, те, кто видит татву, они не должны вставать и тоже выражать почтение, поскольку они в уме уже выразили почтение, те самосознавшие себя души, великие личности. Иногда они приходят, а вы можно видеть, что они вам почтение не выразили, а на самом деле в уме они выразили, поскольку они видят весь мир в связи с Кришной. Поэтому но если внешне они вам не выразили почтение, это не значит, что они вам вообще не выразили почтение. Но Праджапати Дакша, он увидел какой-то недостаток в Шанкаре. Что он сказал ему: «Эй, он мой зять». Все пришли и кланяются мне. Может, Брахма там старше меня, но ладно, а чего ты не кланяешься? Почему ты не кланяешься мне? Ты мой зять, должен кланяться. Ты обязан уважать меня. Встал хотя бы, выразил мне почтение, и он разгневался из-за Пратишти Дакша, из-за его самомнения Дакша Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад. Он говорит, что значит дакша? Дакша значит, в английском можно слово использовать как способное, но это более глубокое значение. Это слово дакша, Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, значит дакша, значит достойный. Ну, достойный в смысле способный. То есть тот, кто может увеличивать семейную жизнь, ну, кто занят только такой телесной, материальной концепцией, занят в плоти и, как сказать, плоти и крови, ну, то есть кто-то занимается какими-то материальными вещами исключительно, он должен знать, что Шанкар Бхагаван, он Парамахамса Шрешта, он лучший из Парамахамс. И он атмавид, и такие великие личности, они не обязаны следовать обычным правилам и предписаниям. Они совершенно не обязаны, ничего не должны. Я уже много раз говорил, что Бхагаван Шри Кришна, он ответил Удаве. И что же он ответил? О, Удав. Gyananishto viraktova madhakti madhaktova anupekshakaha chalignanam asramam stakta chalit avidhi gochara. O Uddhav, Gyananishto viraktova madhaktova anupekshakaha chalignanam asramam stakta chalit avidhi gochara. Они за пределами любых правил и предписаний, те Брахмахамсы, они за пределами правил и предписаний, им не нужно следовать вашим правилам и предписаниям, но Дакша был занят только материальными вещами, он был занят обретением, очень был привязан к уважению, к положению в обществе, и поэтому очень разгневался, что он мой зять и не выражает почтение мне. Смотри, весь мир собрался и выражает мне почтение, а ты единственный, кто не уважает меня. То есть смотри, из-за твоего поведения ты можешь нарушить эти все устои в обществе, и поэтому он начал говорить, оскорблять Шанкара Бхагавана, что смотри, твои глаза как глаза обезьяны, и вот
Хотя Шива очень прекрасен, но он начал оскорблять его. Я вынужден был отдать мою дочь тебе по просьбе Брахмы, иначе бы никогда в жизни такую прекрасную дочь не отдал бы тебе. И вот я вынужден был отдать свою дочь в руки этому негодяю. Его имя Шива, но он Ашива на самом деле. Шива значит благостный, не благоприятный, а он на самом деле Ашива неблагоприятный, и он начал его оскорблять. Просто из-за того, что он не выразил ему должное почтение. Но Шанка, он сам осознавший себя душа, он размышлял о Верховном Господе, ну, он в уме всем поклонился, а физически не сделал этого. А Дакша, он был слеп и поэтому не заметил. И значит, продолжает говорить дальше, что ты невоспитан, не умеешь себя вести. Живешь с какими-то духами и демонами, ракшасами. Они всегда следуют за тобой. И носишь кости на своем теле. И наносишь на свое тело пепел с крематория, и носишь гирлянды, которые из костей, из черепов. И вот он разгневался, что ты не моешься, ты грязен, нету чистоты в тебе, ты всегда грязен, живешь непонятно где, в каких-то крематориях и прочем, ты просто ужасен. И я вынужден отдать мою прекрасную дочь за такого негодяя, за Шанкара. Ну что же делать? И таким образом он оскорблял его, но Шанкар, он лучший из Парамахамс. Он не был ни капли не обеспокоен, но когда Нандия, это бык, на котором Шанка ездит, он возмутился, начал говорить, что ты столько ереси говоришь о моем Господе, я прокляну тебя. И вот они начали проклинать друг друга. И в то время Бригу пришел, Бригу там тоже стоял, что-то делал. И Бригу Муни проклял твои последователи, они не будут следовать никаким правилам и предписаниям. Они могут есть все, что попало в качестве еды, не следовать никаким правилам и предписаниям. Я проклинаю вас, идите. Они не будут твои последователи, Шанкар, они не будут следовать ведам. И таким образом Нандия очень разгневался. Он проклял браманов, Бригу его, этих, как сказать, подопечных. И вот они обменивались проклятиями, и ситуация была очень плоха. И Шанкар сказал, что уже видит, что ситуация выходит из-под контроля, и я лучше уйду из этого места. И Шанкар встал и ушел. И вернулся в место своего баджана, и дальше продолжал свой баджан. И таким образом Шанкар Бхагаван был оскорблен.
insulted by Daksha, Dakshi. This way, you know, big problem took place. It's over actually, long time gone. Now one day, Sati Devi, и вот однажды Сати сказала Шанкару: «О, с вами, смотри, те полубоги, они идут на праздник в дом к моему отцу, поскольку мой отец организовал брихаспати сабу, брихаспати ягью, и все полубоги идут туда. И если ты позволишь мне, или пойдем вместе, ты тоже можешь идти». Но Шанкар Бхагаван сказал: «Смотри, я не могу пойти туда». Почему? Поскольку ты уже знаешь, что он ненавидит меня. И поэтому лучше мне туда не идти. Он ненавидит меня без всякой причины, и что же делать? И поэтому лучше мне туда не ходить, это невозможно. А почему нет? Поскольку он не пригласил меня также. И Сати Деви говорит: «Ну и что?» Он не пригласил, ну и что? И говорится же, что в дом отца, матери, друга, гу, без приглашения мы можем идти в любое время, это правило. To father, mother, parents' house, and the house of, you know, ashrama, guru, or friends. You need not get any invitation, we can go. Shankara Bhagavan says, well, и вот Шанкар говорит: «Ну, твой аргумент хорош, но я не хочу, поскольку если я пойду, он не сможет сдержать себя, он опять будет меня оскорблять, и поэтому лучше никуда не пойду». А Сати, она попросила его: Нараяпито йогья махотсаваха кило баянча тактрави сарам бамате яддьярхитами бибуда прежантихи. All demigods, they are going. Let us go. Now I give argument that how Shankar Bhagavan giving answer. Ну, смотри, все полубоги пошли, you know, давай мы тоже пойдем. Но Шанкар говорит, что нет, это нехорошо. Нет, я хочу идти туда, это мой отец и мать, я хочу навестить их, все сестры мои там, их мужья также. И поэтому я хочу встретиться с ними, давно не виделась. Мы можем обняться и услышать о их жизни, и я заинтересована, но женщины обычно не обычно либо встречаться со всякими друзьями, родственниками, и поэтому. Но Шанкар возражает, и после этого Бхагаван Шанкар сказал: ты говоришь правильно. Нам не нужно приглашение получать, но все же, если я пойду, но туда ничего хорошего не случится, поэтому не дави на меня. Почему? Какова же причина, что те, кто не самосознавшие себя души, все они более или менее находятся в майе, в иллюзии. Иллюзия значит камини кончена. Что значит иллюзия? Я могу рассказать об этом, что те, кто не самосознавшие себя души, они находятся в иллюзии. Они привязаны к наслаждениям и к уважению. Если я пойду к Дакше, это плохо. Он всегда находится в Йошитсанге, он стремится к пратиште, к уважению, к почету. И вот Бхагаван Шанкар говорит: Стабдана пассанти хи дхам бхуясам
Vidya tapo vittava purvayoho kulai satam gunai shadavira sattamitarai. You know, vidya, get education with you. Suppose you have education. Vidya, so, если вы очень образованы, если тапасья, ваш аскетизм, treasure, you know, богатство, nice body, прекрасное тело, вы родились в какой-то высокой семье, возраст и то есть это и те, кто не саду, для них опасны эти вещи. Я видел к моему Гурудеву. Возмущается, что мы там с высокой семьи происходим. Нам там что-то все должны и прочее. Это плохо. Если человек не преданный, то эти все вещи, эти шесть этих то есть эти шесть вещей, они благоприятны только для самосознавших себя душ, а для не самосознавших себя эти вещи опасны. То есть самосознавши себя душу, это вайшнава. Сатам гуной. Иногда мы видим, что риши и муни, они иногда гневаются. Они наоборот делают, но мы должны... И вот шатам значит саду, те, кто поклоняется садвасту, вечному, вездесущему, верховному Господу, они настоящие саду. Все риши муни, они саду, но этот термин, он применим к чистым вайшнавам. Са значит нечто вечное. И те, кто поклоняется стопам Вишну, которые вечны. И для саду, я имею в виду для вайшнавов, это их качество. Вы уже знаете об этом. И когда эти шесть качеств, они есть у Амбариша Махараджа, это очень благоприятно. И если они есть у Юдхиштхира Махараджа, это очень хорошо. А когда эти качества у Притху Махараджа, это тоже хорошо. Но когда эти качества, они с Вену Махараджем, это опасно. Vidya tapo vittava purvayoho kulai satam gunai shalavira sattamaitari smritau hatayam vritamana durdishah stavdhana pasantihi dham bhuyasam. They become so blind, they can see his superpower. Верховная личность, что он самосознавший себя душа, что он Шанкар. И те, кто одурачены этими шестью достояниями, они, те, кто гордятся этими шестью достояниями, они не могут видеть, что он самосознавший себя душа. И они из-за своей гордости, те, кто гордятся этими вещами, знанием, происхождением, красотой и всем остальным, если они возгордились этим, то есть они ослепляют вас, и так вы погружаетесь в невежество, и вы не можете думать о том, что вы слепы. So they cannot see. И вот они не могут видеть. They cannot see what is what. Что exactly, что есть что. They cannot see yatha. They cannot develop yathayatha darshan. Yathayatha yathayatha darshan значит даш видеть вещи такими, какие они есть. Что есть что. Майя иллюзия, она
она влияет на их даршаны, поэтому их даршан несовершенен. Они не могут видеть могущество Гуру Вайшнава, они хотят оскорблять их. Настолько глупы. И таким образом Шанкара Бхагаван снова возражает, вы должны помнить это. И предыдущий тоже очень важный аргумент. 17 шлока. 3 глава, 4 песня, 17 шлока. सताम गुनै सरविरसत्तमेतरैः स्नतौ हतायं वृषमान दुर्दिशः सावधानपश्यन्ति धाम भूयसम आफ्टर दैट शंकर भगवान गिविंग नाइस शंकर भगवान तथा वरिवीर्ण व्यथते शीलि मुखै सेते अदितांग हृदयेन दूयता स्वानम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिवीर दिवानी सिंतपति मरमतारिता 19 तथा रिभीरना व्यातते सिलिमुखई सेते अर्दितांग हृदये नदुयता स्वानम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिवीर दिवानी शम तपते मरमतारिता Marmatarita. Shankar Bhagavan speaking, see, if you develop some kind of problem in your body, somebody fighting you, и вот you если кто-то поранил вас, вы чувствуете боль. И вот ваше тело, оно даже если повреждено, то Шанкара говорит, это хорошо, хотя бы ночью человек может отдохнуть. Если принять какое-то лекарство, то можно хотя бы ночью отдохнуть от обезболивающего. Но когда родственники говорят о вас всякую ересь, это уже тяжелее. То есть ваше сердце оно будет страдать от таких их жестоких слов. И вот, ну, то есть если просто вас поранили, то с помощью обезболивающего можно как-то избавиться от боли на какое-то время. Хотя бы ночью выспаться, но если вас... When your friend and relation, но когда ваши друзья, родственники, они оскорбляют вас, то ваше сердце, оно горит, и вы беспокоитесь, что вас без какой-либо причины оскорбили. Аримин, значит, те, кто враги Шанкара Бхагавана, он никогда не... думает, что у него есть какие-то враги, но говорит про нас, что те враги, они беспокоят нас. То есть даже если наши враги могут нас физически как-то поранить, то все равно можно вылечиться. Но нет облегчения от того, если ваши дорогие близкие говорят всякую ересь про вас, оскорбляют. Если вы оскорблены таким образом, то уже не так просто избавиться от той боли, которую они причиняют своими словами. И вот когда вы встретите саду, это саду, он может убрать вашу боль, но сами вы не всегда можете с ней справиться. И поэтому Шанкар говорит: «О, Деви, ты возражаешь мне, но я не готов идти туда».
И Сатидеви разгневалась. Я так много привожу свидетельств, но ты не хочешь туда идти. Хорошо, я сама пойду. Если ты не пойдешь со мной, ладно, я одна пойду. Ну, иди, как хочешь. Но я говорю тебе, о Деви, если ты ослушаешься меня и пойдешь туда, это очень плохо, ты встретишься с проблемами. Нет, до моего отца, если ты не пойдешь, не иди, я сама пойду. Ну, как хочешь. А я говорю о том, что может случиться, а ты не слушаешь меня, ну иди тогда. И Шати очень разгневался, он взял, она взяла свои вещи и ушла. И Шанка говорит: Нади, о Надия, твоя мать разгневалась, иди с ней, помоги ей. Возьми багаж, и она с багажом пошла в дом своего отца, и Шанка Бхагаван. Быку сказал помочь ей, и вот бык пришел, говорит: садись на меня. Я повезу тебя, и вещи твои тоже. И вот Сатидеви так доехала до того места, где это все происходило, и Сатидеви, когда пришла на место Яги, она увидела, что нету. А Шиве ничего не предлагает, хотя Шива, он лучший из полубогов, он один. Дева-Адидев, он лучший среди всех полубогов, но ему ничего не предлагают на этой яге. И это было больно видеть. Кстати, я опечалилась, что так он оскорблял меня. Такое оскорбление мне, не выражает никакого почтения моему мужу Джагат-гуру, не только это. Дакша, он так сильно любил свою дочь, но даже не смотрел на нее, поскольку у нее была женой Шанкара, Шивы. И он ненавидел Шанкара, поэтому на нее тоже даже не посмотрел. Когда она пришла, ничего не сказал, даже не посмотрел. Ну, так, отвернулся так. И прямо на нее не смотрел. И так она попозже пришла в комнату своей матери, по сути, обняла ее, поцеловала. И после этого, что случилось? Шатидеви встретилась со своими сестрами и их мужьями, они тоже пришли на какое-то время. И после этого, когда она увидела, что Шанкар Бхагаван оскорблен опять, и Деви, она вышла из комнаты и разгневалась и начала говорить всем: кроме тебя никто не говорит, что Шанкар бесполезен, никто не говорит так. Все говорят, что Шанкар, он самый благостный. Шива Шанкар, Шанкар значит, что значит Шанкар? What is the meaning of this word? Каково значение этого слова? Шанкар means Шанкар значит. Вот и Шанкар. Шан значит мангал, благоприятное. Кароти это то, что дарует нам благо. Шива значит благость, сама благость. Нечто благоприятное. Вся вселенная, она выражает почтение Шанкару, кроме тебя. И я не хочу иметь никакой связи с тобой. Если я оставлю это тело, мой муж, он подшутит над тобой, он скажет: о Дакшайани, Дакша, но я хочу избавиться от твоего имени, чтобы он не мог говорить обо мне, как о твоей дочери. Сатидеви сказал: я хочу избавиться от твоего имени и от всякой связи с тобою. Да. И Шанкар Бхагаван говорит: есть три вида людей. Дошано парешам хи гунешу шадаво гриннанти кечит на бхават дришадия гунанша фальгуну
фальгуно бхули Кришнаво махаттамастешу авиддат бхаванагам. There are three types of people. И вот три вида людей. If you are making mistake, если вы оскорбляете, ну что-то сделали неправильно, они будут вам указывать на ваши ошибки. И есть другая категория людей. If you are making если вы совершили какую-то ошибку, if you are making mistake, it's okay if you are not making any mistake. Still that you are making mistake. Но если вы даже не совершили ошибку, вы живете совершенной жизнью, и все же есть какие-то люди демоническим характером, они будут вам указывать, что у вас вот то неправильно делаете. Гуру Вайшнавы, они никогда не могут совершать никаких ошибок, они чистые и совершенные. Нирдош, Вадани, Шучи, эти все качества вайшнавов пребывают в них, они чистые, а у них не может быть никаких ошибок, но какие-то демоны могут тыкать, что у вас есть то и то и то, эти недостатки, это глупо. Они просто демоны. Очень плохие люди. Это завтра я могу более подробно обсудить. И сейчас Деви говорит. Чистые преданные. Чистые вайшнавы, они совершают баджан. Никто не может найти никаких недостатков в них. И ты единственный, кто находит недостатки в Шанкаре. И еще есть категория людей, если вы сделаете какую-то ошибку, они будут говорить, что все хорошо, не беспокойтесь. Некие великие личности вайшнавы, вот как, например, Харидас такого. Вот Брахман на собрании Хираня Гавадхана в Саптаграме. Один Брахман оскорбил Харидаса, что ты говоришь, что ложь. Но начал оскорблять его. Как ты можешь говорить о славе Харинама? Не может быть такого. А Харидас такой говорит, почему ты не веришь мне во всех писаниях? Я могу привести конкретные свидетельства, почему ты не веришь мне? Нет. Ты не можешь доказать это. Ты скажешь, что ты сможешь доказать, то ты отрежешь себе нос. И Харидас такой, его это не за дело, почему ты не веришь? А после этого те, кто были на этом собрании, они разгневались. Ты говоришь такую ересь о Харидасе, ты умрешь, глупец. Они выгнали его. Мы не хотим иметь никакой связи с тобой. Но Харидас такой, он был умиротворен. Почему вы выгнали этого брахмана? Он хороший. Но на самом деле у него нет веры, поэтому ведет себя так. Харидас такой вот так говорит, что у него нет веры в Харинам. Поэтому говорит так, не надо его обсуждать. Но Харидас такой, он никак, он этого брахмана не критиковал. Смотрите, и вот Шанкар Бхагаван Деви говорит, есть три. Качество первое, что кто-то, если совершил ошибку, вот есть три вида людей, которые будут указывать вам на ошибки, которые вы совершаете, другие будут указывать на ошибки, которые вы даже не совершаете. А третье, даже если вы совершаете какие-то ошибки, они вас не как сказать, относятся к вам как к ребенку, когда вы случайно сделал что-то там недостойное. А ты тот, кто находит недостатки в самом Шиве, Шива, он совершенен, он лучший.
из вайшнавов, но ты единственный, кто находит в нем недостатки. И хотя эти два звука Шива. Yadyaksharam namo gire ritam ninam sakrit prasangyad agamasu hanti ta. Hanti? Ta. But yadyaksharam, two syllables. И вот эти два звука, два слога ши и ва. This two, эти два слога, если кто-то произносит их, yadyaksharam namo gire ritam, somebody speak out this name. И вот если кто-то говорит, Shiva, Shiva, произносит его имя, yadyaksharam namo gire ritam ninam sakit. Prasangya, sati shakit prasangyad agamasu agamasu hantita. This two name, this two syllable. И вот эти два имени, два звука Шива. Если кто-то произносит имя Шивы, то мгновенно он обретает благо. No problem is there. Нет никаких проблем для него. While you когда going to any place, вы Shiva, куда-то Shiva, идете, Shiva, можете Shiva, произнести Shiva. Имя Шивы и все, или имя Кришна, и все no будет manga. Благоприятно. No. Все неблагое уйдет. So now, и вот сейчас actually, yadyaksharam namo gire ritam nirnam sakrit prasangyad agamasuhanti tat Павитр киртим тамаланга сасанам бхаван ахо дешти сивам сиветараха. You are actually the only personality who is, you know, going to pick up some, you know, enmity with him. Ты единственный, кто ненавидит его. Whose order nobody can violate is if Shankar going to give если order. Если Шанкар что-то скажет кому-то, никто не может не следовать его наставлению, настолько он могуществен. Но ты оскорбляешь его. Разве это хорошо с твоей стороны? Then after that, Devi после этого Деви она сказала такую сиданту, если вы услышите. Слушайте, если кто-то оскорбляет гуру и вайшнава, то правило, вы должны отрезать ему язык или остановить его, либо совершить самоубийство, поскольку вы слышали оскорбление гуру и вайшнава. Но no, если не можете этого сделать, нужно просто уйти с того места, где оскорбляют вайшнавов. Это такого правила. Можно или зажать уши, по крайней мере, заткнуть уши, чтобы не слышать, и уйти. Leave that place. Но если кто-то оскорбляет гуру вайшнавов, вы должны уйти с этого места. А если у вас есть достаточно силы, то можно отрезать ему язык или совершить самоубийство. Но это не самоубийство, но это опасно. То есть много людей спрашивают, если кто-то умирает на поле боя, они становятся призраками или нет. А мы слышали, вот те, кто сражались за независимость Индии, они некоторые были приговорены к смертной казни. Ну, а это британцы, они ловили таких активных деятелей и вешали их.
И они начали, и когда правительство, ну, и британское правительство собиралось их повесить, они пели, они не боялись, поскольку они умирали ради родной земли. И если они сражаются за родную землю, если они свое тело потеряют в борьбе за освобождение своей родины, то их следующее рождение будет более высокое. И вот Сиддханта из Чайтанья Чайтамриты, когда Чхатра Харидас его оставил Махапрабху, и Махапрабху был вынужден, и Чхатра Харидас был вынужден уйти в Аллахабад на слияние трех рек, это наивысшее место паломничества, и он думал о лотосных стопах Шри Чайтанья Махапрабху. И он прыгнул в Гангу, ему на Сарасвати, на их слияние, и оставил свое тело. Кто-то говорит, что маленький Харидас совершил самоубийство и стал привидением. Но говорит, что нет, нет вообще. Он оставит свое тело с непреклонной решимостью получить вечное служение Шри Чайтанья Махапрабху, и поэтому он не может стать привидением, это невозможно. Он пел для Махапрабху долгое время, как это возможно? Вы глупцы, вы не должны говорить такого. И вот если вы увидите, что Сати Деви оставит свое тело, сидя вот на яге из Сатья Деви села в Падмасану, и после этого она думала о лотосных стопах Шанкара и сидела в такой йогической позе. У нас есть огонь в нашем теле, никто не может видеть его. Огонь присутствует в нашем теле, но никто не может видеть. Кришна говорит об этом. И этот огонь, Вайшнава Агни, он помогает вам переваривать всю пищу, которую вы принимаете, но не все знают об этом. И таким образом огонь, он уже есть в нашем теле, но мы не знаем об этом. И эти йоги, они могут собрать этот огонь. Они могут его централизировать и направить в Вишудха чакру, и они могут поднять этот огонь. After that, up to here, Brahmaranda. Итак, до Брахмаранды могут поднять этот огонь, и они могут, так как сказать, уйти по своей воле. И вот здесь Брахмаранда из верхней чакры этот огонь может выйти. И вот Сати Деви так села в йогическую асану, думала о лотосных стопах Шивы и оставила тело, сожгла свое тело, оставила тело, точнее. И можете ли вы подумать, что это самоубийство? Вы не должны говорить таким образом. Шива. И вот сейчас Деви оставила свое тело перед всеми. Участниками этой яги. И полубоги с небес, они тоже пришли и начали причитать, что Сати, она оставляет свое тело, это плохо. О, Дакша настолько жесток, даже не мог огородить дочь от самоубийства, и это наверняка будет плохой, очень плохие последствия, но давайте посмотрим, что случится. И вот обязанность Нарады рассказывать о том, что случается в этом мире. И в Бхагаватам говорится «Калахаприя». Но это шутка такая. Нарада, он хочет
going to take place in future. Let it happen quickly. Ну, он ускоряет то, что должно случиться в будущем. Посмотри, что дальше случится. То есть не для того, чтобы что-то усугубить, а просто ускорить. Как он пришел к Камсе, например, Нарада, и сказал, что ты неправильно думаешь. Ты, кто тебе сказал, кто восьмой ребенок? Если с первого считаешь, что восьмой будет восьмым, а если с восьмого, восьмой будет первый, а первый восьмым, и поэтому... Нарада не Калахаприя, не усугубляет ситуацию, а помогает нам, ускоряет, что мы обрели бхакти. Он бхакти ачарья. Не думайте по-другому. И вот он донес об этом Шиве, рассказал Шанкар Бхагавану, и Шанкар Бхагаван, он знает все, он антарьями. И вот и какая же ситуация случилось в месте Яги, и моя жена, я имею в виду Шив и Шива, Шива и Шива, и Бхавани. Если скажете Шива и Шива, его жена Бхавани называется. Бабу Бхаванья Ниданам Праджапати Расат Критвая Абхагам Манарада Сапаршаду Сайнянчо Ядаддхарор Бхубир Видравитам Крудам Апарам Ададе Крудам Апарам Ададе. I become very angry. И вот он очень разгневался, когда Шанкар встал, весь мир начал трястись. И вот сейчас Бхавани, она ушла. И... Vidravitam krodham aparam adadhe. Shankar became so angry, the whole world shaking. И Шанкар настолько разгневался, что весь мир начал трепетать. Рудро, Дурджати, Пинаки. So many names of Shankar. И вот там приводится очень много имен Шанкара. Из своего тюрбана он взял одну некую вещь и кинул. И после этого... Тарит баннир сатот агро рачисам уткритто рудраха саса уттито хасана гамбхир надо висасар житвам бхави. Cutting and throwing. Then Вирбхадра coming. A big man. И вот Вирбхадра явился, великий демон. And Shankara is laughing. И Шанкара начал смеяться. You know, become very angry. И он очень был гневный. Is one kind of, you see? Then after that, Вирбхадра. И вот после этого Вирбхадра сказал: О Господь, что я могу сделать для тебя? Вирбхадра! О Вирбхадра! Directly. Иди. The field. На. Of Дакша Йогья. Место Яги, Дакша. The spot. And you destroy everything. И уничтожь там все. Yes, no right to perform any yoga. У него нет права совершать никакую яги, поскольку яги Пуруш Вишну. And Rudra is the Рудра, ultimate, you know, это, thing. Ultimate figure. Это ну, главное, кому нужно предлагать ягью. Go. А он нарушил это, и поэтому... Иди к нему, и вот Шанкар отправил всю свою, всех своих спутников, Рудра подобно ветру. Он
пришел туда, Бригу, он увидел, что что-то случилось. Ветра не было, а тут какие-то черные облака, черные тучи, что случилось? И вот вроде нет никаких... No destruction of nature, nothing took place. Why we see so much dangerous situation? Gross, то есть никаких этих. Вроде погода хорошая, но и нету признаков разрушения мира. И почему? Что случилось? И они подумали, в общем, может показалось. Бригу Риши, он смотрит. Дальше все спутники Шанкара, они налетели на них и начали уничтожать все, все место Яги. И они начали испражняться на огонь. И на все остальное, и все разрушили, всю Ягью, все разрушили там. И после этого Бригу, он очень испугался. И они начали предлагать в огонь с мантрами. In fire. From that fire, Ribu. Ну какие-то мантры и из этого появился какой-то солдат. Как сказать, ну какой-то полубог, который был предназначен для борьбы с Вирабхадрой. Вирабхадра был очень могущественным. Он взял Бригу, вырвал бороду от него, у него. И когда Бригу начал говорить что-то, но о них плохое, он начал смеяться. А Пуша, а ну кто-то там начал смеяться, и этот Вирабхадра, он выбил ему все зубы, чтобы он не смеялся над неположенным. No hard thing he cannot take. His all its teeth gone, broken. Потом вот этот личность, она уже, ну зубов-то так и не было, мог питаться только какой-то такой жидкой пищей. Broken. Everything. And Dakha? А Дакша. Дакша, all teeth, все зубы выбиты были. After Dakha? И после этого. Because at the time of you know cards, во время проклятия, Нандия speaking, Нандия сказал, а ты у тебя будет голова этого козла. Ну и проклятие исполнилось, ему отрубили голову Дакша и кинули в огонь. All disordered, you know, everything gone. И все это было так разрушено. И полубоги начали разбегаться, чтобы спастись. И после этого Вирабхадра вернулся и Шанкар Бхагаван. After this total, you know, destruction. После этого уничтожения, и то Дакша на Яге уничтожилась, и Шанкар, он находился в Гималаях в то время. Его глаза были полуприкрыты. Он думал о лотосных стопах Шри Кришны. Он никогда не беспокоился, но все же Шанкар Бхагаван говорит, я вынужден был показать мой гнев, чтобы спасти правила и предписания. На самом деле я не был обеспокоен, но чтобы люди следовали всему, надо было выразить мой гнев. И вот Shankar Bhagavan saying, I never feel disturbance. I know they are going to make mistake. I also know. Я знал, что они совершат ошибку, что кто-то предложит мне. Yes, in front of Bhagavat, I become very ready.
Ну, я тоже знаю, что может происходить, то есть люди могут поклоняться мне сейчас, а чуть позже они могут выгнать меня, и поэтому я не беспокоюсь, я знаю, что происходит. Но я к этому не привязываюсь, поэтому не беспокоюсь. И вот Шанкар Бхагаван, он находится в Гималаях. И вот после, подобно тому, как после урагана, после какого-то сильного шторма, грозы, можно увидеть, что природа становится очень спокойная, очень тихая. И также здесь описывается, Шанкар успокоился, и все полубоги пришли к нему со сложными ладонями и просят, чтобы он простил Дакшу, он просто ребенок, не знает тебя, он просто глуп. Он не знает, как выражать должное почтение тебе. И вот в результате он попал в такую ситуацию, и Шанкар говорит, не, ну, What I told, and Narinam Patibratam, Vidya Rupam Kuru Panam, and Kama Rupam Tapashinam. Kshama is a roof, you know. Kshama, so that you can know that in the heart of. Shankar Bhagavan is always going to excuse you. Shankar, он очень милостив, он всегда простит нас. Хотя он занимается разрушением, поскольку он адишчита, полубог разрушения, у него такая обязанность, как Брахма, у него его обязанность – это творение, а Шива Шанкар – разрушение. Вот, например, если Вайшнав работает в полиции, то есть, ну, он поклоняется Шанкару, Гейраджу, Нитянаде, Гурухари, а потом, когда ему надо идти на работу, одевается в полицейскую форму. Ну, там работа такая, ну, хотя он вайшнав, но на работе ему надо, ну, действовать как полицейский. И также Шанкар, он никогда не, на него никакие проблемы не действуют. Нимногалам ятха ганга, деванам ачюто ятха, вайшнаванам ятха самбу, пурананам тридам бхагаватам. Is it in Bhagavat? Нимногалам ятха ганга, the rivers. Вот, говорится, что нельзя сравнить Гангу ни с чем иным. Такие того Ачюта, которого невозможно сместить с его положения, Кришну. И также Шива, который лучи Вайшнава в Шанкар. Но он ну, выполняет как бы роль полицейского, и что делать ему. И поэтому все полубоги, они возносят молитву и просят простить. И, ну, чтобы он разрешил им дальше ягью продолжать, поскольку по твоей воле все пришли, разрушили, и, пожалуйста, сделай так, чтобы ягья, она завершилась, иначе это неблагоприятно. Ну, Шанкар сказал, ну, пойдемте. И начал все это восстанавливать. Так кто это ягью организовал? Дакша? Дакша нет, кто будет ягью совершать? Хорошо, Дакша.
может ожить. Хорошо, возьмите голову козла и прикрепите к дакше. И вот они взяли голову от козла, прикрепили к дакше, и так дакша он был теперь с головой козла. И Бригу тоже страдал, то, что у него воду вырвали. Другому не зубы выбили. И Шанкар сказал, что хорошо, Пуша может, но ничего есть не может, но ну, пускай такую мягкую пищу ест. И таким образом они все сделали, и Шанкара ну, благословил все, чтобы они продолжали, ну и так или иначе, ягью закончили, но особое, нечто особое, дакша начал возносить молитвы, и вначале начал, и вот с головой как козла он говорил, я совершал ошибку, из-за моего ложного эго я был занят материальными вещами, и поэтому я был очень горд, поэтому прости меня. I now Daksha and some doing some, you know, Daksha speaking some, you know, stotra. И вот Daksha начал стотру произносить. Bhavanu, bhajan, bhayanu, bhajan, это bhayanu krono, bhavadanu graha. Sometimes mistake in printing. В книге там ошибки при печати непонятно, что слово. Aho bhavatah krito me dandostaya. Мои врито, жадапи прабдьо, но брахма банду, чоба бхагаван авагья, тубьям хариста куто ева дхита братишу. Бхуян ануграхо, бхуян, it's okay, not printing mistake. Бхуян ануграхо, ахо бхавата крито. I have done mistake. Бхуян ануграхо. Я совершил ошибку, мне нужна твоя милость. Ахо бхавата крито ме данду, тая мои врито, ядапи пралабдьо, на брахма бандушу, чоба бхагаван авагья, тубьям харишча куто ева дхита братишу. What to do? Though I was, и что же делать, хотя я совершал обет, но все же я проигнорировал тебя, и поэтому это хорошо, что ты наказал меня, я принимаю твое наказание. Теперь я думаю, что мое ложное эго, оно прошло. Я думаю, ты правильно сделал, что наказал меня, но сейчас нужно простить меня, мне нужна твоя милость. И седьмая часть, 13 слога. Now actually point is there, и вот суть в том, что те, кто пишут комментарии, Вишвана Чакравати пишет комментарии, он говорит, смотрите, это Дакша, он совершал молитву, просил о прощении, но внутри его сердца была проблема, он был лицемерным. Он совершал молитву, просил о прощении, но внутри своего сердца какая-то проблема была. Не ненависть, не враждебность, это запах враждебности. И поэтому он вынужден был родиться опять. Его оскорбление не было прощено полностью. И поэтому он был вынужден родиться как Прачетас Дакша. Его первое тело очень... Ну, ужасно было, поскольку голова козла была, ему надо было умереть. И потом он, когда родился в следующий раз, как Прачетас Дакша в Чакшуш Манвантару.
That time also, because и в то время также был запах оскорбления, и в то время он тоже совершил оскорбление Нараде Махараджа. Оскорбление настолько опасное, может, вы баджан не можете совершать. Должным образом, сегодня, завтра, следующей жизни, через там 2, 3, 5, 10 жизней, но аппаратхи очень опасно, оскорбление очень опасно. То есть, если вы что-то в баджане не доделываете, это там более-менее пойдет из-за вашей слабости. Но если вы будете совершать оскорбление, это гораздо-гораздо хуже. Вы не можете быть прощены. Особенно если оскорбление по отношению к великим преданным, они совершают харинам, проповедуют о славе Верховного Господа, Гуру Варге. Если вы оскорбляете таких личностей, то тогда вы никогда не можете быть спасены. Будьте внимательны. И это одно из оскорблений. Те, кто прославляет имя и качество и славу Верховного Господа Харинама, их жизнь — это яркий, сама их жизнь — это яркий пример. И видя этот пример, многие вдохновляются, и до тех пор, пока у вас нет яркого примера перед собой, вы не можете получить вдохновение. Будьте внимательны. Просто философия, слова не могут защитить вас. Жизнь Гуру и Вайшнавов — это Бхагаватам в практической форме, это книга Бхагаватам, а они Махабхагаваты. Их жизнь — это... Можно найти, что их жизнь — это полное применение Шримад Бхагаватам в их жизни, и они Махабхагаваты, и поэтому Дакша плачет. Бхуян ануграхо аху бхавата крито ме дандуттая мои врито ядапи алабдья. He is speaking very humble way. И вот он говорит очень смиренно, но запах оскорбления есть там, и потом после этого он вынужден был родиться как Пачета Дакша. Я буду обсуждать чуть-чуть дальше, когда мы подойдем к этим главам. И сейчас мы пришли к... In eighth chapter, there Sanakadayu and Maitru Vacho Sanakadhanaradascho Hiribur Hamso Arunirjati Naite Grihana Brahma Satahi Avasan Urdhoretasa. Maitru speaking, he will. И вот Майтре говорит, о Видура. Chatusan Sanakadhyaha. Санакадьяха значит четыре риши. Сананда, Санатан, Санат Кумар, you know, they all Чатусван. Они все Чатусваны. Нарад, Чатусван, Нарад, Рибху, Хамсо, Аруни, Уйоти, those were the son of, you know, Брахма. Сыновья Брамы, они приняли решение не жениться. Они не хотят быть, не хотели быть домохозяевами. Они хотели думать о Браме, и они приняли обет Брамачари с самого рождения, и они так... Они соблюдали обет Брамачари с самого рождения, они стали очень могущественны. So, Jitendriya Vidur, Adharma actually, Adharma Mithanam. Adharma, Adharma you have, Adharma. Dharma есть и Adharma. How Dharma came? Мы слышали, как Dharma произошла. Now here actually, и здесь, is going to speak about how Dhruva Maharaj came. Описывается, как Dhruva Maharaj явился в его в династии Ману. Мы находим Приаврата и Утанпад. И Путрика Дхарма, I mean, when я говорил о Путрика Дхарма. This boy taking birth in you, this is my son. I told you.
То есть, когда родился первый, у нее первый ребенок, его дали отцу по прежней договоренности. И таким образом они размножались дальше и дальше. И после... Друво Махарадж. Первый Друво был его сыном. Друво Махарадж. Here actually Dhruva Maharaj, you see, and Dhruva Maharaj how came? Priyavrata and Uttanpada, I told you. И вот я говорил уже о Прияврате и Уттанападе, эти два сына Ману, я говорил о них, но Прияврата, он не был заинтересован в том, чтобы вести семейную жизнь. И после этого Уттанпад, он вынужден был заниматься правлением, он повелевал всем миром совершенным образом. И вот Прияврата отправился в лес. И когда отец сказал, ты должен... взять свои обязанности на меня, я ухожу в лес, но это в этой части будет сейчас Прияврата и Уттанпад. И вот он принял обязанности царя, повелевал всем миром, и Уттанпад, так и он женился на Сунити и Суручи. Суручи и Сунити, две жены у меня было. Но Уттанпад... Иногда случается, что те, кто находится в Майе, хотя царь Уттанпад, у него было две жены, но он любил больше Суручи. А Сунити, он как бы меньше внимания уделял, не только это. Feeling so attraction for Suruchi, он был настолько привлечен Суручи, что он arranging and staying there in forest, almost forest. Он отселил первую жену куда-то подальше, рядом с лесом. Not staying inside palace. Но она не во дворце жила, а где-то там в лесу практически, а Суручи жила во дворце, а Друва, он единственный сын Сунити был, а Сунити жила в какой-то доме в лесу с Друвой Махараджи, а Уттанпад, он был пристрастен к одной жене, это плохо, он не должен был так себя вести, но что делать, из-за материальной привязанности так было. И вот Суручи жила во дворце с ним, и однажды Уттанпад Махарадж сидел на своем троне с младшим сыном, играл, обнимал, целовал его, и Дхрува Махарадж там был. Он тоже хотел такой нежности от отца, поскольку он был его отцом, и Дхрува Махарадж хотел забраться к нему на колени, но отец хотел взять его тоже к себе на колени, но он боялся своей второй жены Суручи, и он не мог взять его на колени. Хотя Дхрува Махарадж пытался забраться ему на колени, то Суручи разгневался, и у тебя нет права быть на коленях своего отца. Ты должен родиться второй раз из моего чрева, и тогда ты можешь это делать, но не сейчас. Or you will have to worship that. Или ты поклоняйся
Господу Хари, лотоса окому Господу Хари, и тогда он может сделать это для тебя. И Дхрува Махарадж, он был ребенком, но дети они не получают должного, если он не получает должной любви от родителей, они становятся подобно змее. И вот, а он был кшатри, он разгневался, стал так, и сказал, пришел к матери, начал плакать, о мать, что случилось, почему ты плачешь? И вот смотри, что случилось, я хотел забраться на колени к своему отцу, но вот меня мачеха остановила. Speaking all rubbish against me. Она начала возмущаться. Now what is the solution? И что же делать? Каково решение? Она говорит, что я должен родиться опять из ее чрева, и тогда я смогу забраться на колени к своему отцу или отправиться в лес, поклоняться лотосовому Господу Хари, и он плача спросил, что же делать. И его мать, она была предана. Сунити была преданность. И Сунити начала говорить, о мой сын, не плачь. Это наша неудача, иначе почему царь, он... Я его первая жена, он должен уважать меня больше. Она говорит так, что даже Утанпад, мой муж, он не хочет даже цитировать мое имя, он чувствует себя оскорбленным, но стыдно ему говорить о моем имени, хотя я его первая жена. Может, я не столь удачлива, и ты тоже неудачлив, поскольку ты мой сын. И поэтому так или иначе, но Сиддханта такова, что никогда не вражду ни с кем. Ты получаешь такое отношение из-за того, что, может быть, в твоей прежней жизни ты вел себя так же по отношению к кому-то. Парадукчо дадастат диргам шашанти бриджинасья парамам апашвати балакам аху бала. Бала мин Сунити speaking. There is a condition of my boy. How to pacify him? И вот это... И вот какая же успокоить его, и она сказала, о мой сын, никогда не гневайся ни на кого. Мы неудачливы, и поэтому встретились с этой ситуацией. Почему ты думаешь так? Никогда не думай по-другому. You are insulted this way, but you should not take revenge. Оскорбленно. Тебе не нужно мстить. Don't think about their amangal. Не думай о их, о том, как отомстить им. Because any jivatma, поскольку любая дживатма, they are going to meet with the situation, которая встречается с какой-то ситуацией, это всего лишь результат их прошлых действий. Ma amangalam tato parishumansta bhunte janu yat paradukchada svat. That is going to be. So why you are? И поэтому почему же ты беспокоишься, почему же ты горюешь об этом? И она сказала, что твоя мачеха сказала правильно. Если ты будешь думать, медитировать на лотосные стопы Господа Хари в лесу, в джунглях, тогда Хари, лотоса окей, Господь Хари, тогда ты можешь изменить свою удачу. Ты можешь стать удачлив. Все возможно. По его милости, по милости Верховного Господа. И тогда, так или иначе, она хотела сгармонизировать эту ситуацию, но Дхрува Махарадж, он кшатри.
Son of, you know, one big king. His name is Uttanapad. He is not царя going to stop. Uttanapad. Он не хотел. In the night time, without asking anything to mother, никого беспокоить и ночью он уже решился, и он взял такой совет от матери, что если я буду думать о лотосных стопах Господа Хари, то я обрету все, мне не нужно больше ничего. И вот, ничего не сказав никому, он отправился в лес, в Мадхуван. И имя этого леса Мадхуван. You know Madhuvan in Mathura? В Мадхуре она находится. Yeah, nice Madhuvan. There Dhruva Maharaj started tapasya. И там Dhruva Maharaj начал совершать тапасию, аскезы. Сначала он ел одни фрукты. After that some dry leaves. After that water. Потом сухие листья, потом воду. After that? И потом. Он начал поститься, и потом он воздух начал принимать с помощью йоги, праны питаться. После этого он прекратил даже воздух принимать, и Дхрува Махарадж совершал баджан таким образом. И когда вы можете думать, что ваш баджан совершенен, когда вы находитесь, что вы находитесь во всем мире, если вы можете видеть весь мир в связи с Кришной, с Верховным Господом, то тогда автоматически, подобно тому, как я говорил уже о том, что Шукадев Госвами, когда он отправился в лес, not speaking anything. Он ничего не говорил. Yam rava yannamana petam apeta kretyam daipayana viraka tarva juhava putreta tanamayata yataravo vinedus tvam sarva bhuta hedayam munimanatasmi. On behalf of Sukadev Goswami, вот от имени Шукадева Госвами все эти деревья, холмы, леса, они получили ответ, поскольку он совершал баджан таким образом, как будто он слился со всей Вселенной, со всей природой. Он чувствует, что я един с ней. И также Дхрува Махарадж, такое же условие было. И поэтому, естественно, когда он чувствовал себя так, он чувствовал, что весь мир во мне, что я нахожусь, что я нахожусь в то, во всем мире. И так он слился, объединился с этим миром. И что случилось? В начале всего Нарада пришел. Поскольку, когда он начал баджан, Верховный Господь сказал, он, Нарада, ты должен пойти к нему. Поскольку до тех пор, пока он не обретет гуру, он не может начать настоящий баджан, поэтому лучше ты иди и помоги этому мальчику. И Нарада Махарадж пришел к нему, и чтобы проверить его, сколько силы, возможности он имеет. Нарада сказал, о, ты слишком мал, ты... И ты в лес пришел. Здесь питоны всякие. Тигры, они могут сожрать тебя. И поэтому лучше уходи, потому что здорово. Если ты как-то оскорблен своим мальчиком, ты не должен думать, поскольку ты ребенок. Для ребенка оскорбление и уважение, какое дело имеет, ты не должен так серьезно это все воспринимать, поэтому лучше возвращайся назад. Царства нет, я не вернусь. Как? Смотри, так много кровожадных животных, они могут тебя съесть, также ракшасы и демоны. И привидения, они тоже могут беспокоить тебя. Нет, я не вернусь. И что же ты можешь делать? Я хочу увидеть лотосового Господа Хари. О, мой мальчик, это не шутка, ты очень мал.
Нет, я хочу увидеть этого лотосового Господа. И Нарада был вынужден сказать, что хорошо, иди, иди прими омовение в Ямуне и приходи ко мне. Иди к Ямуне, прими омовение в Ямуне и возвращайся, и я покажу тебе путь, с помощью которого ты можешь совершать баджан и обрести верховного Господа. И вот Туру Махарадж, он принял омовение в Ямуне, вернулся. И Нарада, он дал ему мантру. Ом намо Бхагавате Васудевай. This mantra. Ом намо Бхагавате. Ом намо Бхагавате Васудевайо. Мантрена анена девасса курьят дабба маим Будда. Сапарьям вивидхайр дабвайр десу кало вибхагавит. All those who are knowing time and they, those who have the concession of time and space, знают время, пространство, патро, кал, стан, кал, патро, вот это стан, кал, патра, те, кто знают об этом, они всегда поклоняются Васудеве, и поэтому лучше с этой мантрой начни баджан. И тогда Дрова Махарадж сидел на асане какой-то и начал свой баджан повторять эту мантру. Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая. И вот он повторял, и через какое-то время Дрова Махарадж сказал: «О, Гурудев, не уходи, как, куда, я тебе дал мантру, да, мантру ты мне дал, но я хочу знать картину, всю, как выглядит мой Верховный Господь». Мантра и мантра девата, я слышал, что они не отличны, и поэтому я хочу узнать, как выглядит мой поклоняемый Господь Иштадев. И Нарада сказал: ну, медитируй, что вот так выглядит, что у него лотос с четырьмя руками, у него лотосные глаза, лотоса оки, он, и Каустуба Муни, особая драгоценность висит на его груди, он украшен туласи, он настолько прекрасен. И тогда сказал: хорошо, благослови меня и начну мой баджан, и его Гурудев Нарада. Благословил его, ушел, и вот он получил милость от своего гуру. Если есть гуру Крипа у вас, то нет никакого страха. И вот он начал повторять эту мантру. Ивам кайна манаса бачаса чаманогатам паричарджа ману бхагаван бхактимат паричарджая. This way he started doing bhajan, very nice, serving the Supreme Lord. Bivikos chendriyo rato, bhakti yogena bhuyasa, tvam nirantara bhavena, bhajeta adhya vimuktai. Then started bhajan doing bivikta, he is now free from all any kind of material desire, all sense organs and control. Материальных желаний, он полностью контролировал свои органы чувств. И совершал баджан с такой силой, с такой решимостью. Татра висикто прайато стому там упощо бивхаварим, бивхаварим самахито парджачарадрисшадешена пурушам. Татра висикто прайато стам упощо бивхаварим самахитаха парджа чарад дришьадеши адешена ришьадешена ришьадешена пурушам. И вот он начал совершать баджан, практически постясь. Тиратранте тиратранте копитто бадрува бадрифау. И вот через, потом он раз в три дня ел какой-то фрукт, бадри, ну, плод. Fast month gone. И вот прошел
Один месяц он ел плод бадри раз в три дня, чтобы поддерживать свое тело. И после этого первый месяц прошел, и каждые три дня он принимал бадри, фом бадри. И потом второй месяц, раз в шесть дней, он принимал какие-то листья и траву. И третий месяц. И вот в третий месяц каждые 9 дней воду только пил. И так четвертый месяц также прошел. Тастоу стану рива ачалха. Панчаме мас масяну прапти. Панчама мас ве fifth month. И пятый месяц. Он начался. Controlling all sense organs, even breathing. Он начал контролировать свои органы чувств, даже дыхание. Абхакшо. First water, and now. Only air. He is drinking what? Vayu Shevan. Still maintaining life very vigorously, doing bhajan. And sarvato mano akrisho hridi bhutendriyasayam dhayan bhagavato rupam nadrakshit kinchinaparam. Then after 5 months, fifth month gone, all breathing, all vayu shevan, stop. И вот на шестом месяце он прекратил даже дыхание. Его концентрация была настолько велика, что не мог видеть ничего, кроме лотосных стоп Верховного Господа. И вот с того времени он не мог видеть ничего. Даже Дроначарья, когда он учил стрелять из лука, он позвал Панчапандава. И сказал о Панчапандаве. Юдхиштхир, смотри вот в эту цель на дереве, там какая-то искусственная птица была. Ты смотри, сконцентрируйся на этой птице. Юдхиштхир, да. Now what is Gurudev? Yes. What you can see now? То, что ты видишь. I can see the birds and those boys playing the issues. Птицы вижу, мальчиков, которые там играют, не бесполезные. Следующий, Бима. Second chance. Второй шанс. What you can see? Что ж ты видишь? Target you. Посмотри на твою цель. Is your target? Бим said, well, Gurudev. И Бим сказал, о Гурудев, я, ну, что-то там есть, но беспокоен, не вижу. И Арджун был следующий. Арджун, посмотри на эту птицу, что там видишь? О, Гурудев, хорошо. И теперь смотри на лицо этой птицы, не только не на тело, хорошо, я смотрю. Да, я могу видеть, и еще что-то видишь? Нет, ничего не вижу. Теперь смотри на глаз этой птицы. Да, я смотрю по вашей милости. Хорошо? Да. И сейчас стреляй. И это... Стрела, она попала в глаз этой птицы, и вот сейчас ты успешен. И смотрите, я привожу этот пример для ваших, для вас, чтобы вы поняли. И вот сейчас вы поняли, что ум Дхрува Махараджа настолько сконцентрирован на Верховном Господе, что он не видит ничего, кроме его лотосных стоп, его четырех рук, его прекрасные формы,
Верховного Господа, и вот следующий месяц он дышать перестал. Now stop. Stop everything. And one leg, one leg. И он начал стоять на одной ноге. Совершал баджан. И партибатмо жо тацтоу, тадангушчо пирита махи, нанамо таття бачен тактрардо мивендро адишчита тариво, саббе тара итарата пади пади. Now when Dhruva Maharaj, и вот когда Dhruva Maharaj совершал баджан, очень могущественный баджан, и он стоял на одной ноге, на одном пальце, и вот повторял эту мантру. И все полубоги, они испугались. Они пришли и начали жаловаться Брахме: «О, Брахма, смотри, нам проблема, смотри, мы не можем дышать даже, мы задыхаемся». Почему? Астма у вас? Не астма. Мы просто не можем дышать. Почему это происходит? И Брахма говорит: не беспокойтесь, скоро все решится. Вы просто потерпите, и все само собой решится. Это потому что сын Уттанпады Друва, он совершает баджан очень сильно, очень с большой решимостью, и он объединился с этим миром, и поэтому он, и Господь пребывает в его сердце, он перестал дышать, а поскольку весь мир находится внутри Господа, вы все задыхаетесь, поэтому подождите, и все это решится само собой. И после этого Dhruva Maharaj продолжил баджан. Полубоги как-то выживали, и Верховный Господь явился Dhruva Maharaja. И Верховный Господь начал говорить: «Я хочу увидеть тебя. Not that in all scripture you can find во всех писаниях можно найти такую сиданту, что Господь приходит к преданным, чтобы даровать свой даршан. Но здесь наоборот говорится, что Господь хочет увидеть своего преданного, получить его даршан, настолько он чист и прекрасен. И вот Dhruva. Он пришел к Dhruva Maharaja, а Dhruva Maharaja не мог ничего видеть, поскольку он созерцал Господа внутри своего сердца. Он мог, как он мог глаза открыть? И вот он не открывал, и Господь он принял решение уйти из его сердца. И когда Dhruva Maharaj не увидел, куда он делся, я не могу увидеть его внутри своего сердца. Он открыл глаза и увидел, что Господь передо мной, он упал к его лотосным стопам. Я настолько счастлив видеть тебя. И таким образом он начал плакать и говорить: когда Верховный Господь явился Дхрувам, он очень маленький мальчик, он не мог даже ничего сказать, что же делать, но он хотел что-то сказать, но не может. Образования у него не было, он оставил в детстве. Но вместо того, чтобы идти в школу, он пошел в лес и хотел вознести какие-то молитвы, но не мог. И Бхагаван что сделал? У него раковина была.
Kumbhu is called actually Panchajani Sankhya. И вот это Панчаюни Санкхья, это особая шанка, раковина, это символ полного знания, и она была в руке Нараяны. И Нараян что сделал? Он прикоснулся, к щеке. Щеке Дрова, и Дрова Махарадж, он обрел силу, он смог говорить подобно ветру, сочинять стихи на санскрите, и это милость Верховного Господа, он хотел услышать какую-то стотру от своего преданного, но он не был образован, что делать. Но если я благословлю его, он обретет все знания, поэтому он благословил его, и вот со своей шанкой раковиной он прикоснулся к щеке Дуру Махараджа, и Дуру Махарадж стал говорить подобно ветру. Jo anta pravisham amavatami imam prasuptam sanjivayati akhila sakti dharaha sadamna Аньянгстахастачаранасаванатагадино пранананама бхагавати пурушая тувьям. Very, very nice, would like, you try to очень hear very concentrated, with full concentration. Слушайте прекрасные шлоки, 9 глава, 6 шлока. Try to hear very слушайте внимательно. Йо антаха правишча мама бачами имам прасуктам санживаяти ахиласара Akhilo Shakti Dharaha Sadhamana Anyam Shastra Charana Savanata Gadino Pranana Nama Bhagavati Purushaya Tuvhyam. This way, O Supreme Lord, whenever you enter into my body and mind, ты когда ты вошел в мое тело и ум, ты я хотел что-то сказать в твою славу, но не мог, а когда ты благословил меня, только тогда я был подобно мертвецу, но я ожил. Ты прикоснулся к моей щеке с своей раковиной, и я ожил. All my hands and leg, all, you know, мои, руки, ноги, ganendriyo, along with mind and brain. And if I intelligence, I'm getting power to speak out. So this way, Dhruva Maharaj started образом, speaking so nice Dhruva Maharaj начал произносить эти все прекрасные шлоки. Слушайте их, они очень благоприятны. Yo antapravishyam amavacami imam Prasuptyam sanjivayati akhilyo sakti dharaha sadhamana Anyam sasta charana savano tagadino Pranana nama bhagavate purushaya tovyam Bhaktin muhu pravahatam taime prasangyo Bhuyadananto mahatam amalasayanam Bhaktin muhu pravahatam taime prasangyo Bhuyadananta mahatam amalasayanam Jenanjasauru, Jenanjasauru, Jenanjasaulvano guru vyasanam bhavadim Neshevavadgunakathamritapanamatyo. What? Bhaktin muhu pravahatam taime prasangyo Bhuyadananta mahatam amalasayanam Jenanjasaulvanam rubhyasanam bhavadim Neshevavadkunokathamritapanamatyo Bhaktin muhu pravahatam taime prasangyo. When we pick up your topics,
Bhakti Mahaprabhatam to ime prasango with И вот когда мы говорим о тебе, те, кто настоящие саду, чистые преданные, они преданы твоим лотосным стопам. Эти чистые преданные, они всегда говорят о тебе. Их сердце радуется, когда они слушают и говорят о тебе. И по твоей милости этот материальный мир, он подобен огню. И сейчас Чайтанья Махапрабху говорит. भवो महादवग्नि निर्वापनं सेव कैरवचंदिका वितरं वितारणं विद्धावदजीव A fire is there? Yes. Actually, if you go and read your material life, you can find all this fire. В вашей материальной жизни огонь всегда какие-то опасности. В материальной жизни всегда есть какая-то опасность, какая-то борьба. Все хотят жить, как сказать, ну, нажиться за ваш счет, ваш друг или там родственники, все они хотят на вас нажиться, и все в таком духе. И вот этот материальный мир, он полон огня. We can go out very easily. Но мы можем выбраться из этих проблем, если мы слушаем Харикатху о славе Верховного Господа, что смерть, что Ямарадж, что демоны могут сделать нам. Никто не может нам помешать, поскольку Харинам и Харикатха — это единственное решение от всех проблем. Хотя мы можем это не осознавать, но это так. Bhagavad Guna Kathamrita Panamatyo. He said, Bhaktim Muhu Prabhatam Taime Prasangyo Huyadananto Mahatam Amalasayanam Jenanjasuru Jenanjasulvanam Rubhyasanam Bhavadim Nishivabad Guna Kathamrita Panamatyo. Now speaking very nicely. हे तू जे तू अपचनाभो भवदीय पदारविंदो शोगंदलब्द हृदये शुकृतोपसंज्ञा तेन स्मरन्ति अतितरां प्रियमिषो महर्तं जे चान्मदहस् सुतो सुहृद् गृह वित्तदारा जेतु आप जनाब भवदीय पदार बिंदो सौगंध लब्ध हृदय सुख तोपसंज्ञा तेनो स्मरन्ति अतितरां प्रियमिषं प्रियमिषो मर्तां जे च्वान्वदः सुतो सुहृद् गृहवित्तदारा दोज आर प्योर डिवोटीज त्वे चिस्ते प्रियदने अनि всегда слушают нектарную харикатху. Они не думают, они не получают никаких проблем, страданий в этом материальном мире, поскольку они всегда заняты слушанием харикатхи о Верховном Господе. Those who are making a nice relationship with you, и те, у кого есть связь с тобой, с твоими лотосными стопами, они не чувствуют никаких потерь, если они что-то теряют, если кто-то умирает из их родственников, они не чувствуют никаких потерь. Как Тринданди Бхикшу, в 10-й части я более подробно расскажу о нем, когда он потерял все. Он принял саньяс, он думал, что это настоящая милость Верховного Господа, что я встретился с такой ситуацией, в которой меня все оскорбляют. Это благо для меня. И в 10-й песне мы будем более подробно говорить об этом. И вот
те, кто развил сильную любовь к Верховному Господу через Гуру и Вайшнавов, поскольку без Гуру и Вайшнавов они дадут нам знания о нашей связи с Верховным Господом. Они дадут нам знания о нашей вечной связи с Верховным Господом. Это чувство нельзя купить на базаре. И смотрите. Дхрува Махарадж говорит. And after that, you see, Ba Supreme Lord, I know, Ba Supreme Lord, actually in front of Sovaliya, Supreme Lord is speaking, Vidur Maharaj, Dhruva Maharaj speaking, Oh Prabhu, actually, I don't want anything. Don't want anything? But you wanted to get this position and rank. You wanted to get the same position. И Дхрува говорит, я больше ничего не хочу, а Господь сказал, как не хочешь, ты же начал баджан, чтобы получить, ты начал баджан с тем желанием, но я уже передумал, я ничего не хочу, но все же ты должен слушать меня. Но чтобы положить, ты начал... Tom praptvana muni deva muninda gujjam kacham vichinya nopi dibhuratyam praptvan varam na jache samin varam na jache okay you are right Ты прав, я начал баджан с целью получить место и положение больше, чем у моего отца, но Господь сказал, нет, ты хотя начал Башил Баджан с таким желанием, я дарую тебе все, что ты хотел, ты должен править этим материальным миром. И Дхрува Махарадж сказал, нет, я не хочу, а Господь сказал, нет, ты должен принять. Ты хотел, поэтому получи, и сейчас возвращайся домой. Нет, я не хочу возвращаться там. Проблемы в моем доме. Нет, ты совершал баджан здесь, я очень доволен тобой. И значит, что те, кто твои противники, они тоже будут довольны тобою. Поскольку вы знаете, есть такая шлока, что если Верховный Господь доволен мною, никакая змея даже не может укусить нас, никто не может убить нас, как Прахлад Махарадж. Хиранья Кашипу пытался его убить, но ничего не получалось. И вот, смотрите, это в дальнейшем к Прахладу Махараджу подойдем. И вот Майтри Риши говорит, Ванчанти таддашам рите артхо матмано жадричхая лабдаманаху самриддаю Навайну мукундасча падаравиндаю раджо юшахастату бхавадрши жанаха Ванчанти таддашам рите артхо матмано жадричхая лабдаманаха И вот Майтри Риши говорит о Видура, подобно тебе, те, кто поклоняется пылинкам с лотосных стоп, Вишну, Парамешвара, Паратпаракхилешвара, они никогда ничего не хотят, они самоудовлетворены всегда. Они не думают о том, что если, ну, они не стремятся ни к чему материальному, они самоудовлетворены, но все же, когда Верховный Господь говорит, я хочу благословить тебя, прими, Дхрува Махарадж говорит, нет, я не хочу ничего. И великая надежда уже исполнилась. Я получил даршан твоих лотосных стоп. Я полностью удовлетворен. Я не хочу ничего иного. Но Господь говорит, нет, ты должен слушать меня. Иди назад и прими
уст царя. Почему мой отец еще там нет? Отец хочет оставить это царство тебе. И твой брат Утан, он скоро умрет в лесу. Он будет с этими... Он умрет в лесу, и твоя мать тоже умрет в лесу, поэтому ты можешь возвращаться, и все хорошо будет. И Дува Махарадж вернулся в свое царство. Утанпад, когда он узнал от Нарады, что твой сын возвращается, он был очень рад. И вот с гирляндами, цветами, с браманами, они, воспевая ведические гимны, они пошли встречать его. И Утанпад, он был очень вдохновлен увидеть и обнять своего сына. И вот он, они вернулись в их дворец. Утанпад, он обнял своего сына и начал плакать от счастья. И Сиддханта тут как такова. Вы должны помнить ее. 9 главы. Like water always from up, и подобно тому, как going down, вода течет сверху, сверху вниз. И поэтому это естественно, когда Верховный Господь становится доволен мною, когда Господь Бхагаван, Он доволен мною, то тогда что случается? Все души, пребывающие в этом мире, даже если они настроены против меня, они забудут про свою враждебность. И вот подобно тому, как вода течет сверху вниз всегда, не наоборот. So you can get также, this, you know, all jivatma can все души, они будут выражать свое почтение тебе. Те, кто наслаждаются всей милостью Верховного Господа, весь мир будет поклоняться им. Ну, демоны Ракшасы, мы их не учитываем, они всегда будут против. Но весь мир, он будет выражать нам почтение. Даже Майя и все полубоги, они очень довольны этим преданным. И вот Дува Махарадж вернулся, он начал править царством. Now Dhruva Maharaj was someday. Dhruva Maharaj was informed. Dhruva Maharaj was informed. Oh, king. Then father. Ему сказали, что. Утанпад. Утанпад ушел в лес совершать баджан. Anyway, I'm making mistakes. То есть он, ему надоело, что он ошибается всю жизнь, решил отправиться в лес и исправиться, что Бхаджан очень благоприятен для него, и вот он оставил Дуву в качестве царя и отправился в лес. А Дува правил всем миром, подобно своему отцу. И однажды Дуве сказали, что твой брат умер, кто убил его? С Гуджаками он сражался в лесу и умер как? Я отомщу за него, кто убил моего брата. И вот он собрал армию, и Дува Махарадж пошел в лес. Кто же посмел убить моего брата? Где он? И Дува Махарадж встретился с Гуджаками. Дува Махарадж начал сражаться с ними, и они очень... И он многих убил,
И после этого эти гуджаги хотели, они какой-то черной магией обладали. Они сами не могли сражаться, что делать. Надо было пользоваться черной магией, которую они знали. И Дуа Махарадж дух оказался во тьме. Я не могу ничего видеть из кого крови. И обрубленные руки, но голые головы, они падают с небес. И Дуа Махарадж вспомнил какой-то речи, сказал, ты вспомни Нараяна. Почему ты забыл лотосные стопы Нараяна, Нараянастру? И вот он взял Нараяна Астру, и когда он, и вся эта черная магия закончилась, поскольку где есть Кришна, нет никакой майи, и вот Дуа Махарадж начал продолжать страдаться, а потом Ману Махарадж пришел и сказал, о мой сын, что ты делаешь? Почему ты убиваешь тысячи невинных гузаков? Как они убили моего брата? Ну, ты знаешь, мой внук, на самом деле ты великий преданный. А почему ты думаешь неправильно? Почему? Суть в том, что никто не может никого убить. Это по воле Верховного Господа произошло. Никакой гуджак не убил твоего брата. Это нехорошо. Не думай так. Гуджаки не убивали твоего брата. Зачем ты мстишь? Ты великий преданный, ты должен видеть весь мир в связи с тем Верховным Господом, почему же ты сражаешься с ними, остановись. И тогда царь Гуджаков, Якша, Кувер, вот Кувер с сложными руками пришел к нему и говорит, что никто не убивал твоих солдат, и ты гуджаков тоже не убивал. Это все Верховный Господь сделал, не думай по-другому и прости. Я хочу благословить тебя, и какое же благословение ты хочешь? Я хочу всегда помнить о Верховном Господе и никогда не забывать о нем. Хорошо, я благословлю тебя и с сегодняшнего дня. Хотя у тебя уже есть любовь к Господу, но с сегодняшнего дня ты больше и больше будешь помнить о нем, большую привязанность, больше чувства к Верховному Господу будет у тебя. Я благословляю тебя. И вот таким образом они поговорили, и Дуа Махарадж вернулся, и Дуа Махарадж, он правил около 60 тысяч лет, и после этого Дуа Махарадж, он хотел отдать свое царство своему сыну Уткалу. Уткал, you see, wanted to give the responsibility to Уткал. Уткал, but after in his destiny of Уткал, finally, we can get, because I cannot go in details anyway, no time. Но я кратко объясню, что случилось. Вот сын Друга Уткал, а другие сыновья тоже были у него, но его там был очень, династии был очень набожный царь, его звали. Ангарадж, он очень был набожный, очень религиозный царь. Не буду это все подробно объяснять, времени нету, кратко. И вот в династии Дуа Махараджа был этот царь.
Anga. Anga Maharaj was very powerful king. He wanted to, do bhajan also. But one, big problem happens. What happens is he... Вот он хотел совершать баджан, но что случилось? Because, поскольку Анга Махарадж, у него не было детей, он был несчастлив, он организовал одно огненное жертвоприношение. Он хотел иметь детей, и эти риши муни, они организовали огненное жертвоприношение и лекарство какое-то. You can go and give this medicine. Из этого жертвоприношения получили и сказали, что дать это лекарство первой жене, и эта первая жена родит ребенка. И после этого Дуру Махарадж, у него был Уткал, сын Дуру Махараджа, потом Анга Махарадж. Анга Махарадж now, his son was, so powerful and вот его сын, он был очень могущественным, и он был хулиганом. He's always making problem all the time. Он всегда беспокоил всех все время. The son of, причинял много проблем. The son of who? Son of Anga Maharaj. Is very disturbing element. Always fighting, killing, he's there all the problem. И он всегда там дрался, убивал кого-то, и в то же самое время был очень могуществен. И Дуру Махарадж сказал: «О, мой сын, ты не должен вести себя так, это очень оскорбительно, зачем ты живешь так? Не следуя никаким правилам и предписаниям, ты убиваешь людей, зачем?» Но он не слушался, он не готов был слушать царя, и Анга Махарадж был очень недоволен. Он думал: такого бесполезного сына я получил, я хочу отправиться в лес, совершать баджан. Но... И Анга Махарадж, в общем, ушел в лес, начал баджан, и в то время министры, они думали, что делать. Царя нету в царстве, что делать. Поскольку царь ушел, не спрашивая никого, so they took decision. И они приняли решение: хорошо, мы можем его сына сделать царем, и вот его сделали царем этого царства, но он свои привычки от этого не оставил. И он убивал, дрался, сражался с людьми, беспокоился. Не только это, но и... Хотя Ангарадж был хороший преданный, но если он так... А его сын, если кто-то поднялся к Кришне на Райне, он... возмущался: зачем вы им поклонялись? Надо мне поклоняться, поскольку царь — это ваш Бог. И вот, а те, кто поклонялись Верховному Господу или полубогам, он останавливал их. Если я узнаю, что вы поклоняетесь Верховному Господу, я убью вас, поскольку это ваша обязанность мне поклоняться, поскольку я царь. И его эти подданные царя должны царю поклоняться. И таким образом муни-риши, они были обеспокоены, в чем проблема. Now we think this bait is making more and more problem. So let us go together. Избавиться от проблемы, этот
от проблемы царя без, царства без царя, а сейчас из-за него больше проблем только возникло. И поэтому пойдемте все вместе и попросим его: «О царь, ты не должен вести себя так, это плохо. Это адхарма. Если он не следует нашим наставлениям, мы проклянем его, и он умрет». Мы можем проклясть его, и пойдемте, и все рещи муни собрались и начали просить его: «О царь, мы, рещи муни, пришли к тебе, зачем? У нас совет к тебе, не надо так вести себя и править царством так плохо. Ты приносишь боль всем живым существам, нам тоже плохо от этого. И что вы мне советы даете? Как мы риши, у нас право такое давать советы тебе. Нет, я не буду слушать твои, ваши советы. Вы мне лучше, меня слушайте, вы должны слушаться меня. Я царь». И риши муни, они разгневались хорошо. Глупец. Они прокляли его, чтобы он умер. И он сразу сгорел и упал. Не знал, какую силу имеет риши муни. Проклятие. После их проклятия тело этого царя сразу сгорело. И он умер. И его мать начала плакать, что делать, что дальше. И тогда она приняла решение не идти в этот крематорий. Мать этого царя, жена Ангараджа, решила защитить мертвое тело. Mommy, you know, in Mishore, thousands of years back, Mishore, when any relation they're dying, в общем, сохранить его тело, не сжечь, а сохранить. Medicine. Very nice. Ну, как мумию в Египте. So thousands years gone, the body is same, but not talking anything, only within medicine. В общем, законсервировать его так. И вот мать решила так сохранить своего сына. И таким образом он был так сохранен. Риши начали думать, в чем проблема. Эти... Ну, поскольку нет царя, опять всякие разбойники, мошенники беспокоят. И по милости Кришны они подумали, что мы можем Риши муни, они что-то решили сделать массаж этому царю, и из его тела вышел какой-то демон, подобный бульдогу, ужасен, и не отправили его в лес. И эти каких там... Ну, какие-то черные, страшные люди произошли, как их называют. Ну, эти в лесу готовы живут. В общем, вид каких-то людей низкого происхождения. И вот они дальше начали массажировать руки с мантрой. Они с мантрами начали массировать эти руки этого царя. И внезапно они увидели, прекрасная личность явилась, родилась от него. И имя было Притху Махарадж. Он от руки Арчи Деви родилась, подобная огню. И они
были удивлены видеть это. Сам Верховный Господь явился, хотя вы, он, если у него были признаки Верховного Господа, они подумали, наверняка это Верховный Господь. И вот и так явился Притху Махарадж. Then Supreme Lord, и тогда Верховный Господь, эти риши и муни, они начали возносить молитвы Притху Махараджа. И Притху Махарадж был очень удивлен. Сейчас я только родился. Как вы возвеличиваете меня, как вы возносите такие молитвы, какие достоинства вы видите во мне, что только родился. И риши начали говорить: «О Господь, мы можем видеть прошлое, настоящее, будущее, мы знаем, что Ты Верховный Господь, и поэтому мы возносим хвалу Тебе». И Притху Махарадж был доволен ими, и Арчи. Она, его жена, как Нарайна, принял в форме Притху Махараджа, а Лакшми в форме его жены, соответственно. И вот он женился на Арчи Деви. И после этого они начали семейную жизнь, и потом... Дети у них появились. You know, the Vin Maharaj's body gone. After that, I'm narrating. I'm giving you know, Sundar. И вот я дальше рассказываю. Притху Махарадж, он повелевал всей вселенной. Притху Махарадж, Амбариш Махарадж, они повелевали всей вселенной, всей землей. Дхрува Махарадж начал свою семейную жизнь. Дхрува Махарадж, вот он хотел какое-то решение найти для всего мира. Он хотел... Притху Махарадж, точнее, он... Ну, Притху Махарадж, он начал равнять землю. Были какие-то... Остались какие-то горы, но поскольку до этого не было равнин, чтобы люди могли спокойно выращивать какие-то культуры. И вот он выровнял землю. И fruit grains are not there because we are not, we after cultivation we are not getting enough crop. So could you help? Люди пришли к нему и сказали, что урожай очень малый, мы голодаем, и что случилось? И он начал возмущаться, что она пришла к Притхиве и сказала, что убьет ее, а земля начала бояться, почему ты не даешь достаточно зерна и растений, как я, причем нет, это демоны, они хотят захватить меня, и поэтому я, те, кто всегда врут, они хотят контролировать меня, и поэтому я, мне очень больно, я не могу. И, но он сказал, что я убью тебя, если ты не будешь помогать им, не будешь давать достаточно еды. Но она взмолилась: «Я женщина, зачем мне убивать?» Но типа царь сказал: «Давай, тогда помоги мне». И ты можешь сейчас видеть меня как корову. И ты можешь доить меня. И Those who are tigers and ferocious elements,
they can also get, you know, flesh and blood. Those who are manishis, they can get Rig Veda, Mantra, everything. This way, и эта земля, она приняла форму коровы, и потом ее доили Риши Муни, и они из нее получили веды и прочее. Ну, ничего, like получали все, кому что надо. Риши Муни веды. Пицивидеви вачо намо парасмей хуя, намо парасмей пурушайо майяя, виннастанана атанове гунатмани, намо сарупану бхавена, нирдхута дабба криятарко вибрахо вибрамордхармай. I can explain this shloka tomorrow. Эту шлоку завтра объясню сейчас. И вот таким образом Прithvi-деви, она начала давать зерна, травы, растения столько, сколько нужно по указанию Прithvi-махараджа. И потом он начал Ягью. Индра. Now Indra, his name is Shatakratu. You know. Shatakratu, его имя Indra, было. Indra, his name is Shatakratu. 19. Big yoga started и вот by началась Tumara, великая ягья Притху Махараджа. Яги совершил, а Индра, он был единственный, кто мог совершить 100 ашамет яги. Они были совершены Индра Махараджем. И когда Притху Махарадж начал, он практически 100 яги совершил, 99 совершил, а когда суд... Сада яги началась, Индра очень испугался, что если он... He can take my position. Совершит эту ягью, он станет более могущественным, чем я, и поэтому я должен ему помешать любой ценой. И он начал беспокоить их. Big problem. Sometimes stealing horse. Он иногда воровал лошадь с яги, иногда еще что-то делал. Притху Махараджа это надоело все и сказал. Who is making this problem? Кто? О, Ришива, творит эти проблемы? О, Риши. Who is making? Кто? И вот на самом деле Индра это делает, как? Кто он? Царь Небес, он не позволяет, почему? Я накажу его. Мы возьмем... Самого Инду мы приведем сюда и кинем в огонь, это мой приказ. И Риши Муни начали произнести мантру, Индра упал в огонь. И Абрама явился и сказал: «О, Притху Махарадж, ты удачлив, ты очень могуществен. Ты можешь простить Индру, почему он так много проблем приносит? Я хочу убить его». Нет, у тебя нет права его убивать. У тебя нет права убивать Индру. У тебя так много преданности, ты должен начать баджан. Зачем тебе 99 яги? Ты совершил достаточно выразить свое почтение Индре этим и все. Ты же не заинтересован в имени, в положении
в уважении, и поэтому он по совету Яги, он закончил свою Ягью, 99 ему достаточно было, и подружился с Индрой, извинился тоже, сказал, что извини, я вынужден был тебя беспокоить, поскольку ну, я могу благословить твоих сыновей. И вот его сын, Притху Махараджа, особая сила была дана Индре, Антардьян. Этот сын мог исчезнуть в любое время. Завтра я об этом буду говорить. 19 глава, 4 часть песни. И вот на во время этой яги Притху Махараджа сам Верховный Господь Вишну явился, я завтра об этом расскажу. Final advice.